А с вами Юлик, я учел ваши комментарии, сегодня мы будем играть вот с вот этим вот всем, с видео, я вот буду вот в окошке, да, смотреть, давайте играть, короче, играем в Prey, продолжаем. 1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. После неудачного покушения на Кеннеди... Либо разбрызганные мозги по капоту. Для нее это не совсем удачное покушение, либо в игре альтернативная история. За Россию! Взрывчатый баллон. Тут, я помню, монстры где-то были. Хочу баб... Ёбаный в рот. Чё, где, где? Мари, блядь, я готов. Ага! Блять! Каждый раз страшно. Где ты? Я тебя не боюсь, вылазь. Где ты, хуйня? Где ты тут? Нет? Пизды не хочешь получить? Ага. Пожарная тревога! Все горит! По станции пиздец! Тут вообще все плохо. Вот. Абсолютно так же ведут себя работники Почты России. Видели? Вот абсолютно так же. Нахуй, получай свой стеклянный стол. Че ты, блядь, сказал? А, блядь? Так-то. Я просто унижатор тех, кто не может ответить. Апартаменты. Да, блядь, я даже... Я почесаться хотел! Куда вы понавылазили? Блядь. Почему она больше... Ой, ёбаный рот, это мне не нравится. Вентилятор не крутись, мне страшно. Где второй мимик? Это как кейсы открывать. Где-то попадется мимик. У меня изнеможение. Я не могу бить по кускам пены. Я такой слабый. У меня от сытости обычно другие эффекты. Боль в животе, желание умереть. Потом мимики выходят. Привет, Морган. Ну и денек. Это же я! Уже сам с собой говорю. Память у тебя как решето, знаю. Прости, это навсегда. Фью. Дело в том, что удаление нейромода стирает память до момента, когда его вставили. Нихуя. Поэтому ты не помнишь. Тебе не понравится, что я скажу. А почему? Нахуй кружки. Только такие кружки заслуживают не быть разбитыми. Утилизатор. Где мой диплом? Где мое чувство юмора? А, нет чувства юмора, нечего ее утилизировать. Так, куда теперь пикать? Пик. Ебать, мы мед сделали. Здрасте. Чё, кого, ребята? Лечимся, отдыхаем. Да бля, да камон! Да я... Я не знаю, что я сделаю. Возьмем стаканчик и брызнем в него. Окей, мне просто очень одиноко на этой станции. Мне не нужны конфликты. Мне просто нужна мусорка или молчаливая женщина. Окей? Без обид. Тихо. Что это значит? Он меня заметил? Нет-нет-нет-нет! Если честно, не знаю, что делать. Но у меня есть идея. Тихо. Тихо. По стелсу. По стелсу бежим! Не знаю, может здесь есть дверь. О, здесь есть дверь. Отлично. Чё, мигрень, да? Пудинг из бананов. Братан, чё, как дела? А я сейчас пудинг из бананов буду кушать, видишь? Алло? Убирайся из моей головы! Окей, отдыхай. Блять, зачем я это сделал? Ну ладно, видимо, там ничего важного не было. Что это за парень? Я съебываю.
Бля. Блядь! Уйди, уйди, уйди! Запереть нахуй! Ну, в принципе, неплохо. Мы возьмем одну такую херню, потом возьмем вторую такую херню. Чё, блядь? Чё нахуй за взрывы там происходят? Все, разбирайтесь без меня, пожалуйста. Черти. Черти, вы где? Пиу. Пиу-пиу-пиу. Так, ладно, с одним мы разобрались. Вроде как. Да я ничего не могу ему сделать. Чё мне, блядь, кулер разбить? Все, пизда рулю. Я не знаю. Дайте мне, пожалуйста, 9-миллиметровый ствол. Я не знаю, а что мне сделать? Вероятность файр-резиста крайне мала. Понимаете? Ничего не получается. Блядь. Что ты какой противный. Меня нету, я в домике. Вот, блядь, под стол спрячусь и все. Все, он забыл обо мне. Блядь! Нет! Нет! А под столом я неуязвим, да? Нет. О! Ну, посмотри. Нет, получится так. Я-то думал, я, блядь, умный и вообще... Я не знаю, что с ним делать. Помогло? Чё, серьезно? Ёбаный в рот, да я гений! Я доволен происходящим. Надо попить воды. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. С твоей мамой могу связаться. Ну похуй, давайте весь мусор собирать. У нас же есть утилизатор. Можно в уборщика играть. Может тебе помочь? Нет? Что произошло? Все, отдыхай. Вообще нигде ничего нету. Я убил горящую штуку. Что мне теперь делать? Чё-то мне вообще не нравится этот звук. Все, что мне нужно, это пудинг из бананов и немножко мусора, окей? Я починил. Игра издевается надо мной. Не-не-не-не-не! Не хочу! И как мне отсюда выбраться? Чё там, читы есть какие-нибудь? Да ёпта, давай нахуй. Давай, 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 блядь, шо я? Думаешь, ты меня испугаешь этим? Какой-то вонючей гравитацией? Где ты, мать твоя? Где ты, мать твоя? Я тебя не боюсь. На, нахуй. Хватит меня уже за сегодня пугать. Я тебе просто сейчас пизды ввалю. За лупу чёрную. Ну? Что, уже не такой смелый, да? Куда ты делся? Как она выглядит? Кукушонок, на нахуй, на нахуй, на нахуй. Я-то думал, ты опасный, а ты так, хуйня. О-о-о-о. Ладно. Пока мне сердце не устало, я сохранюсь и выйду. Нужно это все делать дозированно.
Страшная игра, страшная. На этом все. С вами был Юлик. Подписывайтесь, ставьте лайки, играйте в Prey. На этом все. Пока.